И всем привет, с вами Джим Рейнер, и по просьбе фигуленка Элиана я продолжаю снимать прессионик архитектор. Да, оказывается, оно автосейвнуло эту карту. Я уже собирался делать заново ее. Ну, я тут уже некоторые метки сделал, ну, с видео. Оказалось, у меня еще осталось это. Я сохранил по-нормальному. Так, и продолжаем. Так, тут у нас здоровье вкачивается. Хорошо. Так, бухгалтерия. Так, еще я льготы. Лучше их сразу прокачать, чтобы потом не жалеть. Ну и топ-гранты. Они там недорого стоят, пусть качаются. Так. Так, скоро зэки новые приедут. У меня 5 охранников, этого хватит. А, стоп. Комната. Блин, я не понимаю, что это за комната. Ладно. Ну, по идее, комната персонала. Персоналу. Ну, персонала. Так. Я забыл комнату посещения наметить. Все, комната посещения готова. Так, хорошо. Все. Так. А что тут ящики со светом? Ну ладно, пофиг. Так, здоровье и льготы пошли. Так, льготы. Ага, то есть они на 15% увеличат доход. Хорошо, это неплохо. Так, а тут еще следующее. То есть это наоборот, не прибыль 1500, а экономия 1500, да, вот расходы 2200 и станет на 15% меньше. Ну что, тоже неплохо, собственно. Что за звоночек? А, изучилось здоровье, так, теперь психология на по заданию нужна. Так, и мне нужно сделать где-то комнату. Медблок. Ну давай здесь медблок будет. Ну да, ну на девяточку хватит. Ну, на восьмерочку. Ладно, на девяточку. Все. Так, все, отлично. Требуется вход. Сейчас будет он вход. Комнаты. Служебная. А, служебная. Дверь, все. Строят. А нет, деревья рубят. Хорошо. Да, конечно, ну и звуки. Так. А, ну ждем. Ничего не остается делать, подождать. А, не, уже достроился. Блин, дерево в здании вообще так-то. Так, ну и что? Так, во-первых. Создаем. Где же? Вот электрический стульчик. 5 косарей стоит. Стоп. Не так. Не так. Так, ладно, пусть они пока что эти стены сносят. Так, а тут поставлю стены. Тут будет мокро.
Не, стопай. Стоп. Для нее же можно комнату такую поменьше, оказывается, сделать. Че я туплю? Ну, тут это место еще пригодится. Я уверен. Так, тогда вот это. Не так. Стену вот эту сносим. Так, электрический стульчик у нас уже куплен. Вот хорошо. Все. Вот так, все. А помещение мне всегда пригодится. Все, вот так. Так, а тут уже эта комната готова. Объекты. Вот кушетка. Персонал, так. Так, скоро к нам приедут новенькие. Так, я думаю, двух пока что хватит. Если еще, потом еще куплю. И где у нас? А это морг. Никто. А вот лазарет. ЖКХ. Как я же сказал. Вот это снести. Так, а тут у нас будет морг. Для этого нужно нам вот это. Думаю, 4 хватит. Камера. Морг. Так. Да. Так, техслужба. Так. Стоп, я чё? Я на что взял этот гран? Да, я не взял гран здоровья, плохо ещё. Так, плюс деньги. Так, я еще сейчас 10 косарей получу за завершение. Чтобы завершить его, нужно нанять психолога. Все, еще плюс 10 косарей. И... Блин. Уволить. Да, я думал, что кликнул на психолога и в мусор. Да, был случай, конечно, у нас такой. На меня напали зэки. Я не помню, рассказывал я это или нет. Скорее всего, нет. Ну и дверь к офисам была соединена с основным корпусом. Ну и убили бухгалтера. Но он почему-то еще светился. Его не убили, он просто был в комнате отдыха, я его там не заметил. Смотрю персонально. Один бухгалтер есть. Что такое? Смотрю так на мусорку, а там мусорный пакет. И говорю к мусорному пакету. Ты к мусорному пакету обращаюсь. Бухгалтер, это ты? Нарезали типа на кусочки. Так, все, выполнено. Следующий раунд. Так. Ага. Установить не менее 3 столов. Посещение. Объекты. Стол посещения. А, стоп. Комната. Я же комнату казни не обозначил. Все готово. Объекты. Стол посещения. Так, и нельзя их убирать, пока задание не выполнено. Так, установить общую комнату. Стоп, у меня нет общей комнаты. А, комнаты. Потом займусь общей комнатой. Продолжка комнаты. Где же она? А, вот. Не понял. А, постановка. Так, нужно помещение. Так, готово? Блин! Бунт пошел! Бунт! Это скопил. Все, убили. Молодцы, ребятки. Так, хорошо. Что осталось? Установить не менее 2 телевизоров. А, у меня один стоит. И не менее 5 таксофонов. Сколько? А, установлю
Ну, почему бы и нет? Вот тут установлю таксофон. Этим установлю таксофон тоже. Так, это сколько? 4? Ну, тогда он 2 таксофона тоже. Так, и второй телек. Вот сюда. Так, и готово получается. Чё вам опять не нравится? Скотина. Так, и нужно поставить мне срочно карцер. Карцер нужен. Кирпичное здание. Ну, я думаю, этого хватит. Стенку и поставить тут служебную дверь срочно. Так, все вроде, да? Да, все. Так, отчет. Работа. Персонал. Так, все живы, здоровы, отлично. Что, опять? А, бильярдный стол нужен. Тьфу ты, блин. А, они бесятся из-за того, что их долго не впускали в комнату отдыха. О, понятно. Все, да? О, все, молодцы. Заморали. Комнату вот эту удалить нужно. Все. Разобрать телек. Так, все, здание выполнили. Это хорошо. Так. Так, что там? Добгранты нет, тогда я это не буду. Хотя. Собственно, сколько? 150 часов? Ё-моё, это сколько дней? Так, ждите денег. Точка внизу. Не пустите совсем. Позвание. Хранение. И что теперь? Так, ты у нас без дела, да? Ну тогда... Давай, начальника охраны изучай. Так. Что, работа готова? Нет, еще нет. А, точно. Персонал. Так, что у нас там? Ага, я же не буду. Прораба купим. Все, прораб готов. И... Бюрократия. Лёша, тут за все крейды есть эти задания. То есть сильно минус ты редко куда уйдёшь. Блин, что тебе нужно? Даркес. Иди нам. Даркес, блин. Не понимаю, что это? Ну, блин, требуется вход. Так, мне не нравится, они хотят бунтовать. Уже ссать хотят. Так он же саканка. Блин. Саканка, блин. Так, мне нужны работники. Откачивали мы не плотники. А. Материалы. Кирпичные стены. Это у нас
будет здание карцера. Наоборот. Так, точно, им же нужна еще комната отдыха. Да ее влепить. Здание. Сказал здание. Да. Вот здесь что ли? Вместе стену. Так, и продолжим строить здесь. Опять? Блин, заморали. Чё мне нравится? Так, охрана, уборка, льготы. Так, все изучается, отлично. Так, еще денег много. Угу. Так, новых грантов я не могу покупать, так как старый еще не закончил. Ладно. Да откройте им кто-нибудь, а? Ну реально. Все, заходите. Так, ладно. Что, опять? Что за... Как он убежал? Каким макаром? Стоп. Ты что тут делаешь? Как его? Тварь, вот как он убегает? Вот как? Держи его, держи, тварь. Так, нужно срочно хоть пару карцеров поставить. Комнаты, объекты. О, объект, вот. Дверь карцера, все. Хоть три карцера. Стены. ЖКХ, так, срочно все нужно ставить. Вообще не ждал, что будет боль. А, комнаты. Вот карцер. Так, вот здесь карцер уже должен быть. Так, куда? Ага, вот сюда еще карцер готов, отлично. Еще один карцер. Так, уже есть два карцера, это хорошо. Материалы. Материалы помогают. Отличная стенка. ЖКХ. Так, все отлично. Ёшкин дрен. Не доделали. Быстрее, твари, то убегут. Карцер. Отлично, все, готов. Так, тут у нас проводкой занимаются. Здесь у меня будет комната отдыха. Так, во-первых. Так, все хорошо, отлично. Так, во-первых, бильярд нужно поставить. Два бильярдных стола. Блин, сверху никак не зайти, с этого бока никак не зайти. Главное, что бильярдный стол стоит. Так. Хотя не нужно и диванов тут, и стульев. Мне без этого обходится, я все равно их поставлю для красоты.
будет красивая у меня комната отдыха. Все. Так. Так. Тренажерки нужно поставить, чтобы они накачали мышцы и смогли навалять всем. Так. А также книги. Чтобы если скажешь, что они все ботаники, они дали в рожу, так как накачались. Блин, накачанные ботаники. Смертельная смесь. Так, ну и я, пожалуй, поставлю еще один телек. Где этот телек? Вот телек. Так, а ты что тут стоишь? Ну давай в карцер тебе. Все, тренажеры все понесли. Молодцы, ребятки. Комнаты. Комната отдыха. Комната отдыха. Комната отдыха. Все, отлично. Ну тут я на крайняк проход оставил, вдруг еще пригодится. Блин, все туда поссали. Так, садовники. Так, и можно мне в персонале купить уборщика. А лучше двух. Ну, так у них ставка дешевая, отлично. А, ну да, это же уборщики. Могу тогда еще одного нанять. Все, пусть убираются там. Так, и карцеров нужно побольше поставить. Да, конечно, по центру тут огромный коридор получится. А ну хотя, может, это даже и к лучшему. Не смогут передавать друг другу предметы в узких коридорах. Так. Ну да, собственно. Если бы, конечно, на один повыше сделать, то еще получилось бы. Хотя нет, нужно даже... Хотя нет, да, тут очень много придется расширять. Пусть лучше такой широкий останется. На карту все. Отлично. Здание карцера хорошенькое такое получилось. Комната отдыха тоже неплохая. Так, и тебя нужно. Наказать его нужно. На 12 часов в карцер. Кто-нибудь, не, ну. Ну, придите и накажите. Не, ну реально. Все. Ага, понятно. Так, охранник. Давай-ка. Понятно. Ну, возьми его. Так. Разобрать объекты. Большая решеточная дверь. Все. Устанавливаем. Давай, 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 работники. Что народ, да? Так, товарищи. Так, все, я ломаю, тут отлично. Молодчик. Все. Блин, автосохранение грибаное. Так, большая дверь, хорошо. Дверь карцера. Опа-на, что-то нашли. Ясно, что. Опять грабли в жопе. Так, чё нашёл? Чё нашёл? Чё это? Чё это? А, походу патроны и ещё что-то. Надо кофе. Так, всё. Заключённого то забрали. Так, заключённого.
камера действует. Ага, так. А, то есть ему в камере нужно находиться сутки. Ну, находись, находись. Так, не, ну большая решеточная дверь, это прикольно. Так, все, карцеры подготавливаются. Персонал. Не-не, объекты в комнате. Карцер. Так, все. 13 карцерных. Пойдет. Так, ждать денег. Хорошо. Так, льготы почти изучились. Так, патруль. Что, денег нет? Да, денег нет. Но слегка нехорошо. Слегка нехорошо. Ну что ж, тогда ждем прилива денег. А, новых зэков привезли, да? Да? Так, хорошо. Вот эти два задания жду. И до гранта жду. Так, это еще 4 часа. А, да хорошо. Второй там всего-то 5 минут. Ну, по идее 5 часов, но реальных это 5 минут. Так, 23 заключенных, маловато будет. Ёшкин дрын. Генератор почти по максимуму. Срочно нужен косарь. Если генератор до максимума дойдет, он выключится. Тогда я не знаю, как его потом запускать. Честно, не знаю, как его запускать потом. Он вроде и запускается, но потом сразу выключается. Срочно нужен косарь на новый конденсатор. Да, конденсатор. Блин, мне показалось, это стоит 2 косаря. Давай. Блин, никогда у меня еще таких проблем не было. А, ну да, я очень много всякого исследую. Вот эту хрень за 10 косарей. Не, ну она хорошо помогает. 15% это немало. Блин, ну вот эти задания. Я за это время другие задания смог бы выполнить. Так, льготы почти изучились, 1 час остался. Ну, 1 минута, точнее, если сказать. Сейчас открою. Открыть. Все, выбегайте. Обычный режим. Все закрылось. Еще здесь теперь. Открыть. Обычный режим. Что с тобой делать? Камера на 2 часа. Ага, и чё? Давай. Введите его в камеру. Ты тут как? Ага, действует срок. Ты тут как? Ага, этого выпустили, да? Ну, этого заберём. Ну, ладно. Так, льготы. Генсы 10, 9, 8, 7. 5, так, ну ускорение, да? Все, льготы действуют. Все, теперь 5 минут ждать доп. Грантов. Да, так, все уже готово. Можно еще и арсенал изучить, но это потом. А пройду-ка я обыск. Таблетки? А, так это не патроны были, это таблетки. Так, я чувствую, что патроны для дробовика. А, вилку нашли. А чё, алкоголь? Ну да, выпивка. А, курю.
найдена отсутствует. Это как? Задницы нашли вилку, но он успел втянуть ее. Опа-на, наркота. Блин, еще 30 часов ждать. Достаточно таки много. Блин, сколько все понаходили. Странно, что наркотики в таких странных упаковочках. Сейчас я жалко нашли. Так, хорошо, вот топ-гранты уже изучаются. Так, и чё вы тут сидите? Камера на 2 часа. Так отправляйте. Я думаю, лучше я всегда открыто поставлю. Ёшкин тренд, сколько уже их тут в кассе. Так. Серьезная травма, нападение на персонал, найдено оружие, еще и на ствол. Так, я уже полчаса снимаю. Что, нашли вилку? Да, вилку нашли. Так, этих ведут заключенных, да? Все, молодцы, ребятки. И мне нужны деньги. Идите делать. То я жду. Блин, поскорее топ-хран уже изучился. Уже жалею, что этот... Вот этот принял день. Так. День без происшествий. Ага. Нет, не банковские в процессе. Их можно как-то отменить? Нет. Чё написано? Еще опять скрыто. О. А, это завершенные мои. Может, я одновременно двум грантам использую. Ваш трубу. Хорошо. Ну вот используют. Добрый грант изучается. Расширение. Что за расширение? А, другие земли можно покупать. Но это мне пока что не нужно. Мне и этих хватает как бы. Я, похоже, на среднюю поставил размер. Блин, грибаная подставка под клаву уже ломается. 777 денежек у меня. Еще деньги пришли. Блин, а я тихо отвезти шовлом в Казани. Тогда я вас по карцерам распихаю. Можем делать нечего. Ты посидите их с этим мне тут. Все, у вас всех в карцере. Ну, я чуть не понял. Вы будете их садить в карцер или нет? О, доп-гранты почти изучились. 30 секунд осталось. Еще я в обычном режиме до ускорки. Блин, и никого из них даже не дотронули. Охранники тупо ходят. Ладно.
Хорошо. Давайте быстрее денежки. О, все, тут гранты изучились. Отлично. Так, сейчас какой-то нужный грант, который я могу выполнить, возьму. Нет, не туда, не туда. Вот так, обслуживание тюрьмы. Менять прораба. Менять садовника. Вот это я могу. Так, осталось только садовника изменять. Все, денежки пошли. Ну тем более мне нужен был садовник. Я его хотел купить. ЖКХ. Мне нужен как минимум еще один конденсатор. А лучше еще три. Так, ладно, еще какой-то грант. Так. Нет, это тоже данная мера. Так, патруль изучился? Нет, патруль даже не начал изучаться. Комната проснула? Вообще-то это. Мне ничего не остается, как эту. Эти три, они... какие-то невыполнимые. Нечисто они выполняются. О! Подключают конденсатор. Ну, все. Нанять 10 охранников. О, 31 косарь дали. Неплохо. И тем более мне действительно нужно побольше охранников. Все. Охрану заказали. Открыть патруль в бюрократии. Не понял. А, блин. Я ж начальника патруляю. Начальника не купила. Все, это тебе твой офис. Так. Так, ну значит еще трех охранников на патруль потом можно будет. Блин, и у меня эти тупо стоят без дела тут. Ну, я им... Вот в этом вот и проблема, они тупо стоят. Че, психолог нужен? А не, это просто их не психологию изучают. Планировка, нет. Эти где-то день. Оценка. Хоть кто-то вышел из заключенных. Ладно, не буду их обыскивать. То всех позаключают. Будет не очень хорошо. Так. Генератор работает. Все в ажуре. Так, чем бы мне еще сделать? Бюрократия. Звание арсенала. Политика тюрьмы. Ну, давай, зачем? Чтоб без дела не сидел. Ну, а тебе кредиты. Все. Так, это он карцерное тут чистит. Слышь, остановись, уборщик. Уборщик, притормози. О-о-о. Может, отключи персонал. Ага. То есть ты только служебные двери открываешь. Ну ладно. Так, патрули изучаются. Отлично. Все в чоколяде. Все в мармеладе. А, так я все это полчаса снимаю. Ну, 40 минут почти. Так я еще отлично справляюсь. Я думал, там 2 часов не хватит даже, чтобы хорошо что-то развить. Тут просто все на мази, так сказать, у меня. Так, эти дрыхнут. Нужно будет 2-й блок создать. Они бюрократия. Патрули изучаются. Так, как тут у меня здание 18 часов, отлично, скоро изучится, закончится. Не, ну вот это, конечно, жестоко, 100 часов ждать. Так, медик устал. Хорошо, так, меня интересует. Отчет. Ага, все живы, здоровы, отлично, так устали меня.
конечно, день и ночь работать. Я тут им такую хорошую комнату отдыха устрою. Так, вот, 92% уже изучилось в патруле. Такое. Все, да? Размещение. Так, ну давай. Ну, она подключила. Одного. Ты не понял. Сюда, ну, она и не понимаю, что они так странно соединяются. И одного в комнату посещения. Все, давай. Так. Ага, понял. Я не так их поставил. Все. Блин, этот звук мне напоминает почтовые индексы. Ну, не индексы. Чуть года три назад, помню, последний раз был в почтовом отделении. Там такой же звук был. Да, точно такой же. Так, деньжат срубили. Так. Так, кинологов. Ага. Понятно. Ну что ж. Бюрократия. Патрули изучили. Так, теперь это, а потом это. Так. Эти пришли уже посетители. Откроем дверку и заходит все. И у меня уже 49 косарей. Это тоже хорошо. Так, о, новые пришли, отлично. Так, хорошо. Арсенал. О, кредиты изучаются. Отлично. А, самое важное, я уже почти все изучил. Да, мне только не нравится, что этот стол на текстуры залез. Я очень таки все. Еще произошло. Стол, стол, стол. А, вот стол. Столик. Ага. Сначала нужно тут сломать стенку. А, не, мне не стол, мне лавка нужна. Сломай, пожалуйста, последний. Чел. Не, ну реально. Ладно. Дверь ты. Я же уже... А, вот кушетка. Еще. А, так сделаю. А даже так, почему бы и нет? Так, и что тут у нас? Анатомические столы. Это не понял. Это что, они разобрали? Разобрать. Так, это же стенку еще не снесли. Да, вот все сносится. Это лавка. Что застрял? И все, давай. Так, что тут у нас?
распула его. Металлический стол. Все, молодцы, ребятки. Так, на стенах тут ничего нету, нет? Так, тихо. Блин, с нас все-таки. Что было? Ну вот, теперь красиво. Так, а за это время у меня уже... Что? А, кредиты изучились. Так, через 6 часов арсенал получится. Через 10 часов... Ага, то есть через сутки почти уже ждать денег не нужно будет. То есть задачка выполнится. И следующая какая-то откроется. Опа-на, опа-на. Бунт. Опять. Что тебе не нравится опять? Ёшкин дрен, сколько же у вас? Стоп. Этих поменьшал вроде. А, нет. Все так же. Просто их перетолкали в другую сторону. Хорошо. Стоп. Этот стол нужно разобрать. Хорошо. Да, а теперь уже скучно. Так, ладно. А займусь тогда. Чего у нас еще нет? Лесопилка вообще без пользы. Так, кладовка нужна. Чего у нас еще нет? Знаете что? Построю я склад, именно здание. То тупо на улице как-то нет. Так. Сейчас снести стену. Снести стену. Что, опять? Да вы заморали. Я думаю, такой склада вполне хватит. Ёшкин дрон, сколько их там? Так, арсенал почти готов. Сделать, пожалуй, немного расширю это все дело. Вот так вот. Все. Да, все отправили в карцер. Так, и тем временем арсенал почти изучился. Так, тут у нас производство кипит. Нужно, наверное, мусорную с другой стороны поставить. Все отлично. Снести стену вот эту и вот эти вот снести. Вообще вот так вот я сделаю. Че, опять? Не, ну не ломайте. Народ, народ. Так, нужно открыть им срочно. Открыть, открыть, открыть. Все, заходим, заходим, не стыкуем. Все на мази, все на мази. Так, отлично. Вроде разобрался. Служебная дверь. Все, не нужно. Блин, меня пугает то, что вот эта зона, она какая-то недостроенная, я бы сказал. Забавная. Ничего, ничего.
скоро вам моя вооруженная охрана таких трендюлей пишет, что вам не покажется. Что, опять? Заморали, блин. А, вот тут что-то снеслось. Забрать. Все, молодцы. Построили. Так, главное успеть вооруженную охрану поставить. Так, все. Молодцы, ребятки. Отличная стена. И проходить будет, ну, где-то вот тут. Так. Здесь стена. Знаете, что? Сделай-ка я вот такую вот комнатку. Да блин, да выбирайся. Все. Блин, что-то мне то ли багает, то ли еще что. Все. Так, и тут у нас будет... Где служебные двери мои? Так. Одна... Она будет сюда, да? Одна сюда, вторая сюда. Комната. Это у нас будет... где же? Кладовка, вот. Кладовка. Кладовка. А тут у меня будет где склад. А вот склад. Тут у меня будет склад. А вот этот склад убираем. Точнее, посменьше счет склада. Все отлично. Вот, почти собаки изучились, отлично. Так. Что еще надо? Где же эта хрень? У нас только всего. А, вот арсенал. Объекты. Оружейный стол. Так, еще им нужно... Что им еще там надо? Стол. Обычный стол надо. Блин, поскорее бы достал. Блин. Скоты так орут. Так коротко, что хоть яйца запекай. Так, все, вооруженная охрана. Вооруженная охрана. Огонь на поражение. Все. Застали? Да? У них вооруженная охрана. Что, если уволят? Ладно, я пока что его не буду ставить. Если понадобится, я его быстренько вызову. Пока что у меня не настолько хороший денежный вариант. Блин, я на это хочу посмотреть, как они будут стрелять. Я ни разу не видел. Тут чисто ни разу не видел, как они стреляют. Так, хорошо. Так, теперь мне нужны кинологи. Кинологи. Так, и куда же я поставлю кинологов? Так, во-первых... Здание. Мусорка будет находиться вот тут. Угу. Все. Да, вот тут все. Стройте. Требуется вход. Да. Правда, что ли? Сносим вот эти стены. Так, и служебный вход. Служебный так вот. Так, то есть мусорка будет переставлена. Отлично. А тут будет здание кинологов. Ну, собственно. Я думаю, такого здания им хватит вполне. Но раз место есть, буду его использовать.
хотя дверь-то можно переставить, а тут еще что-то поставить. Вполне, кстати, возможно. Да, кстати, тут можно поставить большой пост охраны. Пешкин дрян. Так, пройти. Так, все, почти все достроили, да? Так, требуется вход. Тут у нас будет служебный вход. Блин, это не дрончит это. Все, служебный вход. Все, да? Молодцы, ребятки. Строили на ура. Так, и тут у нас будет... Так, эти уже пришли, молодцы, ребятки. Кирпичные стены, во-первых. Комната, так, свалка, как-то обозначена. А, вот мусорка. Так, ставлю второе здание мусорки. И обязательно должен выход снаружи. То есть мусорка должна прилегать к дороге и должна быть снаружи. Стоп. А как машины будут ехать сюда, если мусорка с другой стороны дороги? Ну посмотрим. Не фонтан, чувак. Все. А, они и так приезжают. Все, понял. Достаточно оригинально. Я вообще думал, что буду с другой стороны ехать. Ну ладно. Так тоже норм. Так, хорошо. Дальний киножик. Готово, отлично. Блин, выход, выход, срочно. Строить выход нужно. Снести стену. Снести. Все, снесите стенку. Так, все, молодцы, ребятки. Че орёт? Кто орёт? Нахрен орёт. Так, ладно. Тут у нас ЖКХ не достает, да? Ох, нифига. Вот, кстати. Достаточно далеко ЖКХ отсюда. Проведу. Комнаты. Псарня. Теперь все пёсики будут откусывать зэкам яйца. И все будут довольны. А за каждую пару откусанных яиц пёсики будут получать доп. Паёк. Так, ладно. Шкафчик охраны. А, вот собачья клетка. Нашёл. Так, теперь кто-то ещё поставить нужно? А в какую сторону? Что-то не пойму. Надеюсь, тут. И поверну. Ага, то есть ты не поворачиваешься. А, она с двух сторон. Ну, значит, все в ажуре. Не знаю, зачем я столько заказал. Все, молодцы. Разобрать. Их нужно как-то повернуть, что ли. Где эти собачьи клетки? Собачьи клетки. Чё, рыли? Вот говно. Стоп, а продать можно как-то? Продать объект. И смысл продажи, если она ни хрена не продается. Ладно, разобрать. Вот так будет. Блин, две клетки в минусе, конечно. Не очень приятно, но ладно. А зря я их, наверное, столько сказал. Так, еще нужно сделать. Значит, двух вооруженных охранников. Так, кинологи. Не, ну кинологи мне пригодятся. Для вооруженных охранников. Размещение. Все, доволен? Молодцы. Так, уволить. Уволить. Да кинолога мне не нужно. Столько. Так, идите с наркотиком. О, кстати, один уже скачет.
Хоть форма будет визуальная. Очень строго режим. Это очень дорого. А, ну за нас, наверное, много платят. Так, найти 10 наркотиков. 60%. Хорошо, так, кинолог, а ну ж прогуляйся. Может, что найдешь? Персонал, не-не-не. Размещение. Собачий патруль. Собачий патруль. Прямо вот тут на входе. Все, давай, ищи. Ищи, собачка, ищи. Так, отлично. Опа-на, уже что-то нашел. О, наркоту нашел. Молодец, собака. Блин, эта хрень очень шпоканная. Как-то у меня один с такой хренью бегал. Вроде дрель или что-то такое. Половину моих охранников перебил. Достаточно больная штучка. Все, вроде организовали. Так. Что тут у меня? Найти 10 наркотиков. Так, я не понял, где кино? А, тут дрыхнет. Так. Персонал. Не-не, прикрытие. Давай, изучу это. Шокер и бронежилет. Так, это все для того задания. Чтобы сразу его начать и выполнить. Так, один час уже снимает. Ну что, нормально так-то. Так, я думаю, я таких шикарных апартаментов не буду делать. Как в том, что я показывал в обзоре, ну, в моей старой карте. Потому что это уже очень долго будет. И чисто излишне. Оно не пригодится. Так, еще 3 наркоты нужно найти. Что, кинолог, нашел что-нибудь? Наша собачка. Еще тут. Ну. Нюхай. Опа-на, нашел что-то. Молодчик прям таки. Есть. Наркота. Так, песик. Песик. Сюда, быстро. Нюхай. Что, бунт начался? Все, закончился. А, блин, убили его. Грусть, печалька. Песик, нюхай. Еще 2 наркоты нужно найти, постарайся. Ну, ищи Нарика. А, ну тут на выходе стой. Сейчас они все будут уходить. Опа-на, нашел. Нашел наркоту. Тварь. Вилка. Еще что-то нашел. Давай, наркоту. Стоп, как ты можешь вынюхать вилку? Это же металлический предмет.
еще кого-то? Может, ты просто голодный? Ну, смотри, там, вон, что это? Приготовлена еда. А какая? Блин. Ладно, стой тут. Вата? Че этот песик делает? Ладно, давай кроватки обыщи, обнюхай точнее. Давай, нюхай. Нюхай кроватки. Опа-на, чё-то нашёл. Давай, наркоту, наркоту, наркоту. Чё, ничего нету? Ты что, вынюхал наркоту? Он вынюхал наркоту? Да ёшкин дрын. Может, ты устал просто? Собачий патруль. Давай. Все. А, ну да, собачка-то устала. What the fuck? Так, что там? Ага, наблюдение. Так, еще одну наркоту нашел. А, так он все-таки еще какую-то еще наркоту нашел. Ладно. Еще одну наркоту осталось найти. Хорошо, что я до этого находил наркоту. Так, кинолог, ты где? Вон как не вовремя, то они все спят. Кинолог, просыпайся. Ладно, пусть там поспит, отдохнет. Опять же задницы прятаете. Так, хорошо. Ну что, поспал? Ладно. Кофе. О, что-то находит. Что им не нравится. 23 заключенных. О, это серьезный бунт. Что, да? Все начинается? Тихо, не открывать, не открывать, не открывать. Хочу бунт, я хочу бунт. Бунт я хочу бунт. Бунт хочу. Бунт, нет, нет, нет. Никто тебе не откроет. Открываю. Нет, нет, никто не откроет. Не открываем, не открываем. Не открывай. Нет, нет, не открывайте. Нет, не откройте, не открывайте, не открывайте. Нет, открыли, скоты. Расходитесь по своим делам там уже. Тихо, бунт начался. Да, бунт. Персонал. Сейчас я наконец-то увижу, как происходит выстрел. О, да. А какого? Что за... Ладно, стой тут. Нужно найти наркоту, найди. Так, кинолог. Давай-ка залазь. Обнюхай. Ну чё, все чистые? Тут ещё? Не, ну так неинтересно. Да, все чистые. Ну. Давай, ну ты найдёшь хоть что-нибудь, я уверен. Как насчет тебя? Понюхай. Мне тоже все чисто. Ну хоть кого-то, понюхай. Ну найди хоть что-нибудь. Давай сюда отправляйся. А тут ты уже все нюхал, да? Ну, найди. Быстро сюда. Все, обнюхай. Блин, все чистые, как назло.
все это одна наркота. Может их всех запереть? Да, точно, их запру. А, вот так даже, да? О, бронежилеты изучились. Почти. Так, шокеры и наблюдение осталось, да? Так, значит, скоро бронежилеты будут, это хорошо. А где мы? А, вот он. Сейчас получишь бронежилет там? Да. Сейчас, да. Нужно подойти к столу вооружения, чтобы... А, вот, все идут. Чтобы получать новое снаряжение. Ладно. Так, а ну ж, собачка. Обнюхай вот этих вот всех. Ну, что у них интересно? О, нашел что-то. Ну же, я могу тебя уволить. Давай, найди наркота, найди. Нет? Понюхай. Хорошенько понюхай. Всех этих мудаков понюхай. Так, кино, давай сюда. А, ну встречи их тут. Да, сюда пизди. Смещение. Следующий патруль. Так, скоро новеньких привезут. Подозрений никаких. Плохо. Надо, чтобы были подозрения какие-то. Блин, всего-то одну кто осталось найти? Одну. Так, тут еще 72 часа. Все в камеры. Так, давай, собачка. Все в камеры, абсолютно все. О, я их не буду выпускать оттуда. Вот эту дверь запираем. Все. Посмотрим, как они теперь запляшут. Мне чисто интересно, как будет стрелять этот вооруженный охранник. А, кинолог ушел спать. Ну, точнее, песик. Так, а ты хоть в одной и той же будке спишь? Вроде да. Мне показалось, что он храпит. Да, вроде храпит. Посмотри. Так, плюс 2 косаря в день, это хорошо. 9 из 10, 10. А, отдыха. Так, ускорить надо. Кто у нас там так направил? Так, наблюдение. Наблюдение, это хорошо. Так, и нужно поставить, ну, интересную комнатку.
снесу вот эту стенку. Так, это разберу. Эту стенку я тоже снесу. Посещение уже. А, вот, офисный стол. Офисный сказал. После того, как я думаю про вот эти раздатчики напитков, сразу хочется колы или фанты. Стоп, вам что, пофиг? Вас тут закрыли. А, они спят. Так, сейчас тут наблюдение изучится. Хорошо. Деньжата купили. Так, и поставлю мониторы. Мониторы. Где же они? А, вот монитор. Так, сюда еще монитор поставлю. И вот сюда. Так, этих мониторов хватит пока что. Комната. Просто храм. Какой-то огромный просто храм был. Так, камера наблюдения. Так, камера наблюдения, куда их поставить? Ну, в первую очередь сюда. Сюда. В столовую обязательно. Ага, так, все, правильно, с этой стороны. Сюда. Не знаю, зачем, но поставлю сюда. Пусть тут тоже будет. Вдруг кто-то прокрадется и сразу на мониторе видно. Так, обязательно, просто обязательно. Сюда нужно. Ну, так, где комната посещения? Можно бы еще комнату посещения поставить. Так сказать, на всякий случай. Собственно, они недорогие. Больше мониторы стоят.
отлично. Почти все готово. Так, наркоту до сих пор не нашел. Так, а этим все насрать, да? Я скоро они должны просыпаться. Так. Режим, да, вот. Так, да, почти уже скоро, 8 часов начнется. Сейчас все будет. Так, сейчас новеньких привезут. Все, 8. Просыпается. А какого хрена? Почему нас заперли? Я хочу жрать, встать, мыться. Бунтуй давай. Я хочу увидеть, как стреляют эти хренодрочеры. Так. Откройте шокер бюрократии. Осталось только одно. Так, хорошо. Размещение. Просто. Не-не. Патруль. Именно патруль мне. Так, двое сюда. И двух новых куплю. Нет, я сказал, двух новых куплю. Все. Ну, купил. Так, все. Мониторы просматриваются. Это хорошо. Так, эти что, до сих пор не бунтуют? А, все, начинаю. Отлично. Так, тут новеньких привезли. Им еще займутся. Сейчас будет бой, не надеюсь. Так, я не понял. Нужно больше мониторов, неактивно. Что за нахрен? Что, правда? А, не все, то есть не хватает. Еще не хватает? 0 из 15. Сейчас сработает 0. А это, что, вам не нравится? Так вообще не работают. Все. Так работают. Странно как-то. Ладно, поставлю тогда еще монитор. Что там делать? Монитор. Вот так вот. Патруль. Блин, да не собачий. Обычно. Все, отлично. Так. Блин, ну вообще, вам что, пофиг вообще? Кино, заходи. Блин, им реально пофиг. Сыкуны. Давай. Ты отправляйся. Что за... Что, застрял? Не застрял. Ладно, обыск. Тебя увольняю. А песик что? Все? Да, все отлично.
хорошо, то есть я могу новый грант взять. Даже два. Я денежку получил. Беру крути. Два льготы изучил. Все, льготы пошли. До хрена бабла, конечно, забрала это у меня. Так. Не понял. Так я же это выполнил. Какой срок в процессе? Ждите денег. А, увеличивайте размер сил охраны. Ага, то есть еще выше нужно. Ладно. Да вы меня разорите. Все. 20 охранников, не шиша себе. Ладно. Ну чё. Сейчас как раз изымают все украденное. Но по идее это задание невыполнимо. Так, я все же не понимаю. Больше монитора видеонаблюдения. Достаточно таки странно. Ладно, пофиг. Все равно они мне не нужны. По идее, они должны слева направо поворачиваться. Только то нашли еще. Вот здесь. Контрабанду не вытащили. И все. О! О, из-за этого все украдено оружие. Да ничего ж себе, шо, правда? Раньше его не мог найти. Так. И... Ну, 94-95. Последнее. Да! Я смог это завершить задание. Я не знаю, что можно завершить. Форма образования. Ну да, тут уже вот эти три задачки, они тупо не выполнены. Еще 5 скрыто. Так, изучить питание. А, требуется психолог. Плоская. Да, вот это вот еще, и то, что которое я делаю, а все остальные это невыполнимое задание. Так, их невозможно выполнить, не знаю по каким причинам. Просто невозможно. Так, кирпичное здание. Так. Хватит или нет? Ну ладно, ставь. Да, хватит. Отлично. Так, материалы. Снести стены. Чё, опять бунт? Да, кстати, как раз покажу вот седьмой день. Обычно в неполных версиях седьмой, шестой день это последний. Все, дальше просят купить полную версию. То есть это полная версия, если кто не, как бы, не понял или не верит. Это реально полная версия. Халявная. А где можно ставить? Вот, даже можно ставить уже. Прикольно. Тогда я заранее поставлю здесь все. Так, встань. Все, как-то тихо. Стопы. Картотеку пока что не ставим. Материалы. Кирпичная стеночка.
А тут обязательно. Так, теперь стул ставлю. И теперь уже картотеку. Потому что уже бежит человек, который должен ставить стенку. Все. Так, и нужно чуточку с ЖКХ провести побольше. Вот так, все. Все побежали, да? Побежали. Так. Молодчики, просто молодчики. Материальная комната, вот. Офис. Офис. Все. Сейчас готов. Так, у меня 4 на 4, это я посчитал. Так, психолог. Психолог. Так, все, психолог готов. Контрабанда. Ох ты ж, ё. Это типа где еще можно найти, да? Так, тут только яд. Наркотики, запах. Интересно. Ручки, естественно. Плюс курила, зажигалка, телефон. Курила, зажигалка, наркотики, выпивка, телефон. Это в комнате тюремные клички, дубинка, курила, зажигалка, шприц, яд, таблетки, ножницы, нож, вилка, ложка, телефон, выпивка, курила, зажигалка. Телефон, выпивка, курева, зажигалка, курева, выпивка, телефон, зажигалка, курева, выпивка, телефон, зажигалка, курева, выпивка, телефон. Вообще так. Так, все, здание готово. Остался только стул и картотека. Так, а вот их и несут как раз. Все, готово. Нравится? Молодцы. О, уже 67 косарей заново. Я ж офшир за 50 купил. Так. И... О, изучить питание. Так. Для него нужен был психолог. Два дня подавать низкое количество еды. Один раз в день. Так. Так, один раз в день нужно пайти. Так, у них два раза в день питания. Так, все, один раз в день питания. Так, и так, количество еды низкое. Низкое, все. Отлично. Для комплекта шестого офиса не хватает. Да, пофиг. Сейчас уже и восьмой день будет. Что? Это что, кто-то обосрался? Что-то я не понял. Это обосрачка? Так, а где песик, кстати? Да, он делся. Сожрали. 47 часов осталось ждать. Еще не просто. Это еще сколько? Двое суток с хвостиком. Так, все. Два дня подавать низкое количество разнообразия. Один раз в день. Ну, все, 4%. Пошел делать. Ну, собственно, вот она, хорошая такая тюряга. Можно, собственно, еще изучить тюремный труд, образование и шокер на все, расширение и клонирование. Не, ну, клонирование. Это что-то вроде выделяешь комнату и создаешь точно такую же. Ну, за это, естественно, платишь. Все, что внутри, я не помню, так же перемещается или... Ну, так же копируется или отдельно нужно покупать. Так, ну, тюремный труд, он тупо бесполезен. Так, ну и что, собственно. Я, наверное, еще поставлю. Куплю сначала... Ну, еще немного вооруженной охраны. Вооруженная охрана, все, молодцы. Я думаю, 4 хватит. 5. И 3 кинолога. А, все, больше я сегодня ничего покупать нельзя. Достигнуть максимум. Вооруженный патруль.
Тут имперец уход. Так, обязательно. Просто обязательно. Вот тут в зоне доставки. На кемпере. Так, это сколько? Раз, два, три, четыре. Так, еще одно надо поставить. Ну, а тут в проходе пусть стоит. Так. И собачий патруль я поставлю. Блин, ты невооруженный собачий. Собачий. Я еще одну могу вооруженную. Не. Блин. Сюда зачем? Собачий патруль, я сказал. Так, все, патрульные. Разошлись. Раз, два, три, четыре, пять. Стоп, шесть? Мало. Что, откуда у меня их семь? Ладно, раз у меня их семь, тогда размещение. Вооруженный патруль. Кстати, сюда им нужно. Вот, все, побежал. Так, я ж кинолог покупал. Два кинолога. Три, четыре. Размещение. Так, собачий патруль. Так, тут стоит, да? Обязательно. Тут. Так. Все, да? А, нет. Ага. Так, а это уже не могу. Так. Ну тогда спачек патруль. Тогда я снесу. Так, все. Отлично получилось. Так, это что? Чего вы мне тут мигаете? Размещение. А, типа нет доступа, да? Ну что, такая неплохая тюрьма у меня получилась. Сохранение. Да, тут букв нету в английском алфавите, а русский тут не печатает. Так, все. И загружу я свой старый приселок. Мою идеальную тюрягу. Вот она, идеальная тюряга. С огромным приростом. Да, и вот эта вот проблема с заключенными, они тупо тут стоят. Нифига не делают. Карцеры им тут, знаешь. 220 заключенных, капец. Размещение. Кстати, я сейчас проведу клонирование. Лень мать всех изобретений. Да. Так, и, блин, что-то я не понял. А, все, понял. Понял. Скип. Клонирование. Такое хочу. Хорошо, и что теперь? What the fuck? Okay. То есть, да, понял, внутренности. Так, все, отмена. Только внутренности сделать. То есть я ставлю стенки, внутренности копирую. А что, тоже неплохо. Размещение. Патрули. Ох ты ж, ё, сколько. А куда ты убежал? Кто это у нас тут такой? Кинолог. 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 Размещение патрулей. Блин, Рыли куда-то кинолог удрал.
Ну что ж, снял я нехилую, конечно, серию. Сейчас 41. Собственно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.